Березовка Среднеколымского района началась доставка топлива. На линии снабжения задействовано 3 автомашины «Урал». В общей сложности в пункт назначения завезли 21 тонну угля. Кроме того, заготовлен запас дров. С угольной подушкой снято 27 тонн угля. Таким образом, резерв топлива в селе Березовка обеспечен до конца марта. Несмотря на то, что фактически дорога до села открыта, дорожные службы продолжают работы по расширению дороги, сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ Якутии. На сегодняшний день завезено 3 машины угольного топлива общим объемом 20 тонн, что позволит на объектах ЖКХ провести отопительный сезон до конца марта месяца. И дальше будет произведен завоз угольного топлива порядка 600 тонн, плановый объем 625 тонн. По объектам энергетики также объект находится в режиме, запас топлива составляет до 15 апреля. И необходимо в этот короткий срок, в течение месяца, завести объем порядка 170 тонн.